Привет. Всем огромный большой привет. Я сегодня проснулась, а у меня глаза красные. Я спала, шел ливень, заснула. Ой, заснула, шел ливень. И были открыты окна. Вот это вот окно и вот это вот окно. Прямо настежь. Закрыла только в 3 часа ночи. И видно, надуло. А как могло надуть, если глаза закрыты? Ну, в общем, глаза красные, воспаленные. Я промываю чаем. Как знаете, как это у маленьких детей, так и я. Девочки, кто понимает, пью фуросемид. Не знаю. Один раз всего лишь на пляже была. Представляете? До приступов, до боли. Друзья, короче, так плохо. Мне сейчас надо убегать. Я боюсь постоянно. Ну, вы меня понимаете, да? Таблетки-то действуют. Короче, кошмар. Вот так. Покупалась. Ты правильно, перепад температуры. На улице жарко. Вода все-таки Днепр. Это не речка моя, Самара. Там, где она более такая теплая. Днепр-то холодней. Холоднее. Да, короче, холоднее. Вот. Да, я иду. СМС-ки шлют мне. Вот. Так что я... Нашла себе я не на сраку приключения, а на другое место. Обуваюсь. Так, обуваюсь. На улице прекрасная погода. На улице идет дождь. Да, блин. Блин. Та обувалась. Сейчас покажу, в каких я балеточках. Не балетках, тапках. Короче, сейчас покажу. Не в кроссовках, в общем. Вот таких вот блестящих. Вот. Обнаружила, представляете, в том году покупала. Или в этом году покупала. В общем, за них забыла, думаю. Обую под это платьечко на низком ходу. Все, каблуки же уже не ношу. И все же мне пишут, все мне убеждают, что каблуки не модно. Всю жизнь пробегала. Как-то так. Кинулась сегодня супик варить, а морковки нет. И на огороде, друзья, морковки тоже нет. Что-то не урожай в этом году у меня на морковке. Так, зонтик я взяла. Хорошо, хорошо там, да. Погодка шикарная. Не холодно, не жарко. Парк осенний ломит. Хочу сейчас в Еву зайти. Ой, что это у меня? Глаза болят, режут. У меня сегодня какой-то день проклятый. Девочки, наверное, понимаете меня, да? Потому что пью фуросемид. Так, сейчас на рыночек зайду и в Еву зайду. Посмотрю, что почем. Кое-что прикуплю. Надо приготовить покушать. Не знаю, слышно меня, не слышно. Ох, хорошо. Прохладненько, хорошо так. А люди тепло одеты. А мне вот, я в сарафанчике в этом своем. И мне так хорошо, прям освежает так все. Так все освежает. Ой, ребята, смотрите, да, что творится и в Сочи, и в Крыму, Ну, в Крыму вроде бы там немножечко приутихло, но опять пошло. А в Сочи вчера посмотрела. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Света, Сочи, привет тебе. Это что ж такое творится? Это что ж такое вообще творится? Кошмар. Ужас, друзья. В этом году как посказылось, да? Фух.
Ну, что я хочу сказать по поводу стиральных порошков. Тайд по акции раньше был гель 180 гривен, порошок был 160. Ну, сейчас 205 и 389. Подорожали моющие. Очень сильно подорожали. Так, примерка очков. Да, с очками вечная проблема. Я себе вот недавно купила очки. Ну что, друзья, очень тоненькие ушки. Уже все сломала, поломала. Из-за этой челки на лоб же надеваешь. О, вот эти вот мне нравятся. А-ля 70-е. У моей мамы, кстати, такие были очки. 69,90, 70 гривен. Хотела купить, потом я вспомнила, что у Люды есть такие, только фирменные. Заберу у нее. Ну, вот эти хоть неплохо, вот такие тоже у меня были. В море уплыли, старая коллекция. Ну, примерила. Вот эти вот неплохие, ну, какие-то, потом подумаю, нет, какой-то болезненный вид. Необходимо, чтобы все-таки брови закрывала. Форма неплохая, но брови все видны. Ну, это тоже все. Все экраны, как Женя говорит, экраны телевизоров. Так, сейчас проходит в Еве тоже акция на карандаши, подводки для губ, румяна, тени, брасматики, помады. Чего только там нет. Всевозможные, все, что мы наносим на свои красивейшие лица, берешь два, третий в подарок. Ну, если берешь три дорогих, третий дорогой в подарок. А если так в разнобой берешь, то, ну, сами понимаете, да, все, что подешевле, то и в подарок. Все, что подешевле, твои дорогие друзья, то вам и подарят. Будете подороже. Духи 1 плюс 1, тоже 2. Есть такая акция, что один берешь, два дают. Ну, кому оно надо? Ну, кому эти запахи надо? Черти шо, мне не нравится. Тяжело с очками. Найти очки вообще для меня это невозможно. Я вон купила недавно. Стеклышко, болтик отлетел. Надо теперь находить ремонтную мастерскую, чтобы их отдать. Надо, ну, это ехать надо аж туда, у меня в центр. Так, сейчас я зайду в АТБ. Вот такой рыночек есть возле АТБ неплохой. С овощами. Я хочу молодой морковки. Супиком. Так хочется морковочки молодые. Молодой-молодой. Друзья, челка прямо, не знаю. Вот скажите, как вы отращиваете челки? Что вы с ними делаете? Как вы носите? Как вы закалываете? Вы какие-то гребешки, обручи носите? Я раньше носила обруч. Сейчас все, не хочу. Придурок с ним. Красивые лилии продают. А у меня их дома полно своих. А в доме не надо их ставить. У людей некоторых аллергия. У меня нет в этом году аллергии. А чем же? Черешенька. 65. Черешенька, да? А почему кукурузка? А, вареная, да? Ага. Вареная. Так. Вареная 15, черешня 65. Так, там мед продают. Вот так, черешня 65. Арбузики 30 гривен. Яблочко 20 капуста 90 хорошая, морковка 21 20. Кто меня встречает? Кто меня встречает? Ой, какие красивые лилии. Ой. Вот такие, вроде как дикие, простые, но такие симпатичные. Вот так со двора заходишь. Красота, да? У всех, наверное, в Украине такие. Ой, Левушка, Кирюшка. Гладиолусы. Надо сорвать, пускай в доме стоят. Потому что дождь сейчас побьет. Левушка, Кирюшка. Так, ну не мучай его! Ну, что ты за падла такое?
Господи, бегом уничтожить. А тут, как всегда, вечная стирка. Вечная стирка. Мама, ты дома? Ты постирала? Колено болит? Я в шоке. Я просто в шоке. Шла выглядеть на пороге. Ну, естественно, Степаша опередил, упала. Прям упала так вот на коленки. И кричит. Зовет и кричит. Подними меня немедленно! Подними меня немедленно! Кричит. Я не пойму. Что такое фигня такая? Фу. Что она сварила тут вонючее такое? Фу, это же те, вот эти вот окорочка. Помните, я сейчас покажу. Фу. Что я купила в АТБ. Я больше мяса никогда в жизни в АТБ не буду покупать. Друзья, ну морковка, да? Это цена. Свекла. Ну свекла у меня будет. А вот морковка дефицит. Видите, и цена держится. Вот так вот. Вот так вот. А, так вот, что она мне кричит, немедленно подними меня, немедленно. Я, короче, прибегаю на порог, она лежит на пороге, прямо на пороге. И знаешь, и смех, и грех. Лицо вот так носом прямо вниз. Короче, она клюнула носом, клюнула этим, скажите мне, на коленке. Я говорю, мама, мама, тихо, не вставай. Она же меня зовет, на помощь же, я прибежала. Она, не трогай меня. Я говорю, хорошо. Потом, короче, встала. Сука, что это за жизнь? Нахера так жить? Что это за жизнь? Нахера это надо? Ругается. Я говорю, как ты упала? Ну, пол сухой. Все, на улице дождь был, да. Только прошел, но пол сухой. Я мыла полы, протерла. Он высох. Ну, то у него, понимаете, даже я, знаете, что думаю? Это у нее с молодости такое. С молодости такая фигня. Упасть на ровном месте. Голову с велосипеда падала, голову пробивала, машина ее сбивала, по бутылькам она ходила. Ну, короче, ничего не меняется. Как была в детстве, вот такая мне рассказывала бабушка, такая и сейчас и осталась. Невнимательная. Вообще под ноги не смотрит. Я понимаю, колено болит. Хорошо, болит у тебя колено. Иди спокойно. Не лети! Не лети! Тем более дома кушать приготовлено, все постирано, огород ухожен, что тебе надо? Лежи, смотри телевизор. Если ты встала, иди потихонечку, позируй, да? Береги коленка, береги ножки. Ой, друзья, не могу. Артистка. Фу. Ладно, я пойду чуть-чуть поболею, хорошо? Хреново, друзья. Что-то этот фуросемид мне ни хера не помогает. Очень плохо, очень. А вам никому не болеть, всем мира, всем добра, много денег. А, кстати, сегодня, может быть, сейчас я отдохну, может быть, часов 7-8 я выйду в прямой эфир. А кто не зайдет, тот записи посмотрит.